В американском штате Нью-Мексико разбился медицинский вертолет. Воздушное судно рухнуло на крышу детской больницы через минуту после взлета. При крушении вертолета пострадал пилот. Находившиеся вместе с ним на борту фельдшер и медицинская сестра значительных травм не получили. Они находятся в шоковом состоянии от испуга. Жертв и пострадавших среди детей также удалось избежать. Пациентов детской клиники и персонал двух верхних этажей здания и палат немедленно эвакуировали.